Здравствуйте, уважаемые товарищи! В эфире передача «Арена». Сегодня мы в этой передаче поговорим о некоторых проблемах современного советского спортивного движения. И я хочу представить участников нашей сегодняшней передачи. Мы пригласили в студию Марата Владимировича Грамова, председателя Госкомспорта СССР, председателя президента Национального олимпийского комитета СССР. Рядом с ним Виталий Георгиевич Смирнов, председатель Госкомспорта Российской Федерации, член исполкома Международного олимпийского комитета. Передача также принимает участие сегодня чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, он же председатель Международной ассоциации гроссмейстеров. Гиви Ираклич Мачеваряни, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Олимпийская чемпионка Елена Петушкова, Елена Владимировна Петушкова, она же вице-президент Национального олимпийского комитета СССР. И Витас Юстинович Ненюс, он является председателем Республиканского спортивного общества «Жальгирис» в Литве. Передача также сегодня принимает участие в качестве одного из ведущих политический обозреватель Центрального телевидения Игорь Сергеевич Фисуненко. Я хочу напомнить вам, уважаемые товарищи, что у нас есть специальный телефонный центр для того, чтобы осуществлять с вами обратную связь. Там наши редакторы готовы принять ваши вопросы, телефонные звонки. Напомню, телефон 217-45-73. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов и надеемся, что вторую часть нашей передачи после 20 часов, примерно полчаса, ну, сколько у нас останется, мы отведем на эти вопросы, которые вас интересуют. Итак, Игорь Сергеевич, я, наверное, передам вам слово и только хочу сказать о том, что мы предварительно оговорили темы, которые будут, о которых сегодня будем вести речь. И в качестве первой такой стартовой мы предлагали начать поговорить о современной структуре управления советским спортивным движением и возможных ее изменениях, и том эффекте, который они должны, по идее, принести в это дело. Я приглашен сюда, я считаю, как представитель многомиллионной армии болельщиков, потому что из представления товарищей видели, что здесь сидят либо организаторы спортивного движения, либо спортсмены в настоящем или в прошлом. А я болельщик, скажем так, хотя я писал какие-то статьи на спортивные темы и футбольные книжки, но, в общем-то, я представитель вот этой многомиллионной армии болельщиков, ради которых, может быть, и существует спорт. И мне кажется, что вот главное, что мне хотелось бы услышать здесь, и ради чего я сюда пришел от имени болельщиков, мне хотелось бы понять, почувствовать и ощутить, как наше спортивное движение приспосабливается к новым условиям, к новой ситуации, возникшей в нашей стране после съезда народных депутатов. Сейчас мы живем, вступили в какой-то период ломки старых стереотипов, старых представлений. Мы стали жить по-новому. Мы вступили в этап, когда уже невозможно жить по-старому, когда уже ушли, хочется надеяться, навсегда собрания, которые идут по тщательно заготовленному и отрепетированному регламенту, когда кандидаты выдвигаются какими-то списками и голосуются без всяких, так сказать, сомнений, обсуждений, дискуссий. Мы вступили в новый этап, и хочется услышать, узнать и понять, в какой мере вот эти новые ветры, дующие над нашей Родиной, отражаются на нашем спортивном движении, на работе спортивных организаций, вообще на всей жизни спортсменов и спортивных руководителей. Ну, тогда, Марат Владимирович, наверное, слово вам. Да. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нам немножко надо возвратиться, может быть, к истории. Вот до перестроечный период, значит, больше всего, пожалуй, не повезло отрасли физической культуры и спорта. Если мы говорим об остаточном принципе в социальной сфере, то, пожалуй, в отрасли физической культуры и спорта мы не можем даже говорить об остаточном принципе. Потому что тогда было в течение трех пятилеток все запрещено. Запрещено строить, запрещено производить и так далее. Все, что касалось физической культуры. Последнее постановление, которое было принято в 1981 году о дальнейшем повышении массовой физической культуры и спорта, оно было выпущено при условии, что не будет ни одной копейки затрат, связанной с выполнением этого постановления. Вхождение в правительство с постановлением об увеличении производства товаров народного спортивного назначения
оно не было принято, так как требовало определенных затрат. В связи с этим, с началом перестройки перед нами стал вопрос, по каким направлениям идти. Мы избрали три направления. Первое – это создание материальной базы. Почему мы избрали это первым направлением? Ну, для того, чтобы заниматься, значит, массовой физической культурой, человека надо как минимум обуть, одеть, дать ему инвентарь, ну и какое-то помещение для того, чтобы он занимался. Значит, к началу 85 года мы производили всех товаров спортивного назначения, инвентаря и оборудования на 4,6 миллиарда рублей. Значит, нам надо было определиться, сколько нам надо. Вот поизучав, значит, Запад, Соединенные Штаты Америки, Европу, мы определили, что при насыщенности рынка, вот для нашего населения, надо 42-46 миллиардов рублей товаров спортивного назначения. В 10 раз больше. Нет, не в 10. Ну да, в 10 раз больше, правильно. И всеми министерствами, да. Да. Но это при условии насыщенности рынка. А так как у нас рынок весь состоял из дефицита, то, естественно, нам надо больше. Вот тогда была составлена программа, комплексная программа, которая рассматривалась правительством. Она предусматривала, что в течение этой пятилетки нам решить проблему выйти на 14 миллиардов рублей производства товаров народного потребления, инвентаря, значит, и оборудования. Значит, за три года мы прибавили 4 миллиарда, выше на 10,6 миллиарда. И у нас есть полная возможность, значит, к концу пятилетки, к концу 90-го года выйти на эти 14 миллиардов рублей. Вторая программа, она предусматривала строительство, утвержденное правительством, физкультурно-оздоровительных комплексов. Значит, мы строим их. Есть какие-то недостатки, связанные со строительством, с материально-техническим снабжением. Но ФОКи строятся. Сейчас находится у нас в стадии строительства сотни ФОКов. И третья программа была намечена по инвентарю и оборудованию. Она предусматривала вначале минимальное, значит, производить вот на 100 миллионов. Она выполняется. Сейчас мы составляем вторую программу на следующую пятилетку. В ней мы задействуем, значит, все министерства и ведомства. Кстати, на нас решением правительства возложена обязанность координировать производство товаров народного потребления, инвентаря, оборудования в стране. Мы работаем примерно с 70 с лишними министерств и ведомств, с 2000 предприятий. Мы должны делать заказы, мы должны следить за качеством и так далее. Значит, сейчас мы составляем программу на следующую пятилетку. Мы ставим задачу выйти где-то на 30 миллиардов, то есть примерно решить хотя бы 70%, удовлетворить 70% потребностей в инвентаре и оборудовании. Значит, в связи с конверсией военной промышленности мы размещаем примерно 12-14 миллиардов на военных предприятиях. Мы встречаемся с министерством, недавно встретились с Министерством машиностроения, где разместили примерно заказы на 1 миллиард. Встретились с Миннефтегазстроем, тоже на 1 миллиард разместили. И решаем проблему по видам спорта. Вот сейчас огромную популярность завоевали горные лыжи. Значит, что мы делаем? Мы покупаем технологию, мы начали производить лыжи. Пока их производим 10 тысяч, но выходим на 100 тысяч. Мы развиваем промышленность, значит, в связи с этим, по производству бугельных подъемников, кресельных подъемников. Все, что связано с горными лыжами, решаем в комплексе. И размещаем заказы по всем министерствам и ведомствам. Вот я повторяю, это примерно 12-14 миллиардов. К концу следующей пятилетки мы должны выйти на 30 миллиардов. Второе, значит, ну, всего в мире у нас номенклатура спортивно так, укрупненно, если ее представить, примерно 1400 различных, значит, изделий спортивных. Мы производим где-то в пределах 600, 500 с небольшим или около. Да. Из них 290 – это собственные предприятия госкомспорта.
Значит, мы строим свои предприятия. Сейчас мы идет строительство 10 крупных предприятий, на которых будет производиться 10 миллионов пар обуви, специальной обуви для вида спорта, а в основном кроссовая обувь для массы. И примерно миллионов на 180, значит, будет производиться спортивного трикотажа. Кроме этого, две фабрики будут производить, значит, кожгалантерею спортивную и организуем производство мячей. Мы мячи ни технологии не имеем, ни кожи не имеем. Мы 150 тысяч мячей сейчас закупаем футбольных, например, в Индии. Естественно, такое положение, и нам их не хватает. Нам надо решить. Вот в Мукачево мы строим, значит, такую фабрику. То есть, развивая, вот, размещая заказы по министерствам и ведомствам, координируя всю эту работу, мы, значит, занимаемся и развитием своей промышленности. Значит, задача стоит перед нами такая. Вот собственная промышленность, мы к концу следующей пятилетки должны производить примерно на 1 миллиард рублей товаров спортивного назначения. Это те товары, которые, в общем-то, не может производить какие-то другие министерства и ведомства. Это которые... промышленность подведомственной спорткомитету. Да, подведомственной спорткомитету. Вот. Значит, работаем с советами министров союзных республик, которые тоже должны войти с основной частью в комплексный план, вот, который на следующую пятилетку составляется. Вот это что касается первой задачи. Вторая задача, конечно, развитие массовой физической культуры. Ну, раньше мы с вами, значит, имели статотчетность, СУ, значит, обвиняли в приписках друг друга. Мы от всего этого отказались. Есть какие-то объективные показатели, которые характеризуют развитие массовой физической культуры и спорта. Вот по итогам 1987 года неудовлетворенный спрос на лыжи, например, составлял где-то 7%. Когда мы стали выпускать лыжи, увеличили выпуск, когда мы стали производить лыжные костюмы и так далее, неудовлетворенный спрос сразу вырос до 16%. Так и по другим видом многим спорта. Мы чувствуем, что спрос на инвентарь, оборудование, одежду спортивную, он растет. Значит, так сказать, народ приобщается к занятиям, и народ в какой-то мере поверил, что вот из того дефицита, в котором мы долгое время находились, мы можем выйти. Я задам вопрос все-таки. Да, пожалуйста. Вот это огромные объемы, которые у нас существуют. Мы их всегда, ну так валовый показатель, так будем говорить, поднимаем на щит. Да. Но самое главное качество. Я вот как корреспондент снимал на многих предприятиях, в частности подведомственных Госкомспорту СССР, технология изготовления ну, на уровне 13-го года, если не сказать сильнее. Станки очень старые, изношенные. И уже сделать качественный инвентарь на них невозможно. И мы проигрываем в сравнении, скажем, с импортным инвентарем, поэтому такой бум на импортные вещи. И, наверное, еще вторая реплика. Довольно опасно сравнивать, вернее, считать, что покупая инвентарь, у нас сегодня тем самым люди, это показатель того, что люди приобщились к физкультуре. Сейчас кроссовки модны так, что их носят, можно сказать, костюмом и галстуком. Так и по кроссовкам я не сужу. Ну, я думаю, что лыжи человек вместо иконы не будет ставить. Он покупает для себя. Совершенно верно. Велосипед он покупает для себя. Ну, роликовые коньки он покупает для того, чтобы заниматься. Упрек идет вот какой, да. Что в организации распределения этих товаров сегодня очень много недоработок. Так, в частности, северяне, очень много писем получаем, с Камчатки, едущие в отпуск в Крым, скорее всего оттуда привезут лыжи к себе на север. Там есть лыжи всех марок, я лично видел в магазине в Симферополе, мы сняли материал, даже лыжи Фишер, спортивные, беговые, прекрасные лыжи. Это очень То есть здесь совершенствование управления. И вот этот вопрос и был заезд. Но я хочу прочесть одно маленькое письмо. Все-таки мы работаем для людей. Игорь Сергеевич совершенно правильно сказал. Вот такой крик души. Девочка пишет. Я живу в поселке Хомутово Орловской области. Поселок небольшой, примерно 4000 человек. Теннисной секции у нас нет. К нам не завозят ни теннисных мячей, не говоря уже о ракетках. Иногда бывают бадминтонные. Но ведь бадминтон это не теннис. И, короче говоря, тренера у них нет. И ребята хотят, очень хотят заниматься. Что же они делают? Значит, играют они самодельными ракетками из проволоки, которые крутят нам и себе мальчишки. И мячиками из набитого лоскутками чулка, которые шьют девчата.
Она пишет, я не знаю, кто отвечает за все это, но, наверное, тот, кто за это отвечает, думает, что сельские ребята хуже городских, и нам все это не нужно. Но ведь мы не хуже, и нам очень нужен любимый спорт. Абсолютно правильно. Это крик души, это написала Лысикова Люда, ученица Хомутовской средней школы. Городских тоже нет. Да, значит, что я вам скажу по качеству продукции. Что касается промышленности непосредственно госкомспорта, то я считаю, что и технология производства, и оборудование, которым оснащены наши предприятия, является самой передовой в мире. То есть мы закупили все, что самое передовое в мире. Второе. Значит, для того, чтобы нам производить действительно на уровне, так сказать, мировых, как мы говорим, стандартов, мы с прошлого года на все свои предприятия, значит, договорились, что все они должны поставлять частично продукцию на экспорт. В прошлом году мы поставили на экспорт продукции на 1 800 000 рублей. На 1 800 000. Это нам дает возможность, это небольшие деньги пока. В этом году мы думаем поставить 1 003 000 уже так, небольшие деньги. Но это нам дает возможность держать, так сказать, качество продукции на довольно высоком уровне. Мы поставляем кроссовую обувь. Мы поставляем лыжи в Мукачево, в Швейцарию, в Финляндию поставляем, в ряд других стран поставляем лыжи, значит. Что касается ракеток. Действительно, ракеток у нас не достает. Это производит наш комбинат «Хоккей». Производит он небольшое количество. Мы выходим, думаем сейчас выйти на 100 тысяч всего-навсего ракеток. Мы размещаем сейчас производство ракеток в ряде других министерств. Уже приступили к производству ракеток. Но я вам скажу, спрос таков, что вот сказать, что завтра, послезавтра мы обеспечим ракетками, нет. И есть второй вопрос, вы понимаете, в чем дело? Вот сейчас я вам сказал о передовой технологии, о передовой, значит, оборудовании. Но мы мучаемся, не можем выпустить по-настоящему качественную продукцию, потому что отстала в стране сырьевая база. Вот возьмите, для того, чтобы сделать хорошую одежду, надо хлопко-лавсановая пряжа, надо гребенная пряжа, которой мы или не производим, или производим минимальное количество. Минимальное количество. Поэтому сейчас мы стоим, значит, не стоим, уже решили вопрос, что совместно с южнокорейской фирмой Дейва мы строим предприятие, и думаем построить ее в течение 90-го года, которая будет производить 4088 тонн высококачественной пряжи, специально снабжать наши предприятия. Это будем потреблять 3000 тонн хлопка и примерно там 1000 с лишним тонн полиэстера. Это самое модное то, что сейчас есть вот одежда. Марат Владимирович, вы меня извините, я страшно боюсь показаться, так сказать, невоспитанным, но я все-таки рискну вас перебить. Вы знаете, вот вы сейчас говорили о ракетках, о куртках. Я боюсь, что наша программа, наша передача как-то скатывается уже куда-то в эту. Это, в общем-то, важная проблема. Но мы уже говорим 18 минут, судя по монитору. И пока говорим только о проблемах производства спортинвентаря. Давайте оставим, может быть, эту тему, которая важна, но об этом вы достаточно уже интересно рассказали. Хорошо. У нас ведь есть масса других интересующих нас вопросов, ради которых мы пришли, ради которых мы позвали сюда наших уже представленных телезрителям гостей. Проблемы руководства спортивным движением, взаимоотношения, допустим, Национального олимпийского комитета, Госкомспорта, Федерации. Вот я слышал, что скоро должен переизбираться Национальный олимпийский комитет. И, кстати, если ошибаюсь, поправьте меня, по-моему, нынешний Национальный олимпийский комитет уже просрочил, так сказать, давно. Юридически давно свои, так сказать, полномочия. И с этой точки зрения, может быть, если бы был строгий какой-то арбитр международный, он мог бы предъявить, может быть, нам, а в первую очередь и вам, какие-то претензии. Может быть, поговорить вот об этих проблемах и с участием уже наших гостей, которые сидят и 20 минут молчат. Как вы считаете, а, товарищ? Пожалуйста, с удовольствием. Есть у вас? Конечно, надо эти вопросы обговорить, раз мы имеем сегодня такую большую аудиторию. Тем более, что мы обращались к Марату Владимировичу 2 апреля. Литва, Эстония и Латвия извещали, что у нас воссозданы Олимпийские комитеты национальные. Мы просили, чтобы, когда будет обсуждаться устав Олимпийского комитета СССР,
что наши предложения тоже были изучены. Пока мы ни ответа. Так простите, а в чем суть ваших предложений? Объясните, пожалуйста, для телезрителей, для меня. Ну, понимаете, кратко, если можно. 11 декабря спортивная общественность республики собралась и приняла такое решение, что практически Национальный олимпийский комитет СССР ушел в одну сторону. Интересуется только большим спортом, только олимпийскими играми, сборными. Совсем забыли, что олимпийская идея еще охватывает и более пространные проблемы. Тем более мы говорим о индивидуальном спорте, я не говорю о массовом. Массовое это не то слово. Мы каждый для себя должны заниматься, значит, индивидуально. Мы тоже обговорили вопросы, что в нашем олимпийских сборных не выражается даже многонациональность страны. И было принято решение, тоже документы отправили в Госкомспорт и Олимпийский национальный комитет СССР, что в Литве восстановлена деятельность Национального олимпийского комитета, который был в 1939 году принят в состав Международного олимпийского комитета. Конечно, реакция поначалу была очень отрицательная, но сейчас льды уже сдвинулись. И пресса немножко стали говорить союзной об нашем движении. Мы свои предложения высказали, что наш союзный олимпийский комитет должен создаваться на основе ассоциации олимпийских комитетов союзных республик, что мы должны расширить движение, олимпийское движение и среди народа. Вот мы 13 мая в Прибалтике провели олимпийский день, значит, издали плакаты, вимпела, значит, были материалы. И очень массово народ откликнулся на это. И, между прочим, это первый раз в нашей стране был Олимпийский день. Хотя Олимпийский комитет должен проводить каждый год по Олимпийской хартии, и не только день. Вот мы думаем, что Марат Владимирович на этой теме и поговорить надо, и изучить мнение, собрать предложения. И... То есть суть, простите, если я правильно понял, суть ваших идей – это максимальная, так сказать, переход спорта на хозрасчет республиканский, если брать аналогию с другими предложениями республик. Так что максимальная самостоятельность может республики. Может и хозрасчет, но и по хозрасчету у нас, наверное, еще сегодня будет. Ну я в фигуральном смысле говорю. Максимальная самостоятельность да. Национальных спортивных и самостоятельность, движений, да? И консолидация всех сил, которые могут помочь. А как другие республики к этому относятся? Ну, мы беседовали, конечно, и вот Эстония, Латвия тоже возобновила деятельность, и грузинская, товарищи из Грузии. Тоже собирается в Молдавии. В других республиках еще такого движения широкого еще не чувствуется. Но мы думаем, если мы об этом поговорим в страницах союзной прессы, если соберем и изучим мнения и предложения, конечно, будет разные мнения, будет разные предложения, и мы придем к какому-то единому мнению. Нельзя так ограничиться молчанием, отец. Вот вы знаете, мне не совсем было понятно, когда вы сказали о том, что многонациональный характер нашего государства не находит отражения в сборных командах. Что вы имели в виду при этом? Ну, многонациональность выражается в том, что только из разных союзных республик состав олимпийской сборной составляется. А дальше это уже пропадает. Ну, по-моему, это принцип спортивный. Да, нет, я не говорю, что... Наверное, не по национальностям, по результатам ставить сборную команду страны. Мы тоже за это, но символика. Союзных республик. Мы же Союз Советских Социалистических Республик. И сейчас люди поднимают этот вопрос, чтобы, когда спортсмены выступают на олимпийских аренах, чтобы было видно, это спортсмены из Украины, это спортсмены из Литвы, это спортсмены из Эстонии, из России. Значит, если брать эту аналогию, когда мы встречаемся с командой Соединенных Штатов Америки, там тоже нужно, чтобы был спортсмен из Джорджии, спортсмен из Калифорнии, спортсмен из штата там Мэриленд и так далее. Но, там же нет, когда речь идет о сборной команде суверенной республики. Нет, я прошу прощения, как будут выступать, будет выступать сборная США, это, в общем, их проблема. Да. А давайте мы все-таки обсуждать наши. Конечно, и тут конечно. Есть, мне кажется, вопрос несколько шире, чем вы сформулировали. В данном случае вопрос не о республиканском возрасчете в спорте, а все-таки вопрос о статусе, о правах и обязанностях Олимпийского комитета СССР. И о его уставе, потому что, поскольку назначены вот были выборы, и проект устава был опубликован в газетах, мы все его прочитали, там действительно есть ряд серьезных вопросов, и вот один из них вот был сейчас затронут, это взаимоотношения между Олимпийским комитетом СССР и олимпийским движением в республиках. Это действительно серьезный вопрос. Как его решать, я сейчас не берусь на него ответить, но у меня единственное есть
убеждение твердое, что этот вопрос должен решаться консенсусом, то есть всеобщим согласием всех республик. От него отмахиваться нельзя, но решать его большинством голосов, я считаю, тоже нельзя. И должно быть общее согласие, нужно сесть, обсудить и прийти к какому-то вот взаимоприемлемому для всех республик решению. Это что касается вот, вот вопроса, поставленного нашим гостем из Литвы. А и у меня несколько есть еще, конечно, замечаний к тому проекту устава Олимпийского комитета, который был опубликован, раз уж мы затронули эту тему. Может быть, прежде чем, пожалуйста. Может быть, прежде чем мы начнем обсуждать проект этого устава, я думаю, не все зрители наши его прочли. Все-таки подписчиков 4,5 миллиона только у советского спорта, где он был опубликован. Аудитория телезрителей несравненно больше. И надо, наверное, вкратце рассказать о том, какой был у нас Национальный олимпийский комитет. И главный упрек, который ему выдвигался и сейчас выдвигается многими критикующими его людьми, это в том, что он был очень подведомствен госкомспорту и вступал в противоречие с 24-й статьей Олимпийской хартии, которая говорила о том, что он должен быть независимым общественным органом. И, собственно говоря, в руководстве исполкоме госкомспорта СССР, в общем-то, действительно были представители руководства нашего спорта, в частности, присутствующие здесь товарищи. И Елена Владимировна Петушкова в предыдущей нашей передаче, которая является вашим, значит, замом, можно сказать так, вице-президентом, как раз упрекала, в частности, и вас в том, что практически ее желание работать, я правильно говорю, Елена Владимировна, не встретила такого должного отклика, поскольку эта организация оказалась в какой-то степени недееспособной, если можно. Нет, вы знаете, прежде всего я еще раз хочу подчеркнуть, что это беда и вина, то есть, вернее, не вина, а беда очень многих общественных организаций. Потому что на самом деле общественники, ну, с одной стороны, им трудно находить время для того, чтобы работать постоянно в общественном органе, который руководит той или иной общественной организацией. Но я хотела бы все-таки, наверное, мне не хотелось бы, чтобы наша арена превращалась в ринг. Поэтому мне кажется, что сейчас речь должна идти не о том, что было, а о том, что будет. Потому что то, что было... Опять-таки, я еще раз хочу подчеркнуть, уже я в прошлой передаче говорила об этом, что все те проблемы, которые были свойственны и нашей экономике, и нашей социальной сфере, они точно так же были свойственны и нашему спорту, поэтому нельзя винить каких-то конкретных людей за это. Вот, поэтому в данном случае, мне кажется, что сейчас самое главное – конструктивное обсуждение того, как улучшить положение дел. Чем мы и занимаемся, собственно говоря. Да. И я все-таки думаю, что, может быть, Гиви Ираклич продолжит эту свою мысль, потому что есть там вопросы, и много писем пришло после нашей той передачи как раз именно об этом. Разделение функций государственных и общественных, насколько оно возможно и максимально возможно, демократичность этой организации. Да, так вот, на мой взгляд, конечно, там недостаточно выдержан именно этот принцип демократизма. Там вы имеете в виду в уставе, в проекте устава, который опубликован, да. Угу. В частности, вот этот вопрос. Там, например, записано, что не могут быть председатели национальной федерации быть руководителями Олимпийского комитета. Хотя, на мой взгляд, следовало записать, что не могут быть руководители госкомспорта и государственных организаций. Это уж не упрек вам, а вот этот принцип должен быть все-таки соблюден, что государственные организации – это одно, а общественные – это, в общем, другое. Потом там есть один пункт, тоже, на мой взгляд, очень существенный, это взаимоотношения Олимпийского комитета и спортивных федераций. Там написано, что Олимпийский комитет наш будет утверждать, ну, он будет признавать, естественно, это его право, признавать федерации. Но самое главное, будет утверждать уставы федерации. Вот это вот полностью противоречит принципу самостоятельности федерации, причем юридической самостоятельности, потому что сами федерации утверждают свой устав, принимают и утверждают. Олимпийский комитет может признать или не признать федерацию, а уж утверждать ее устав, это уже выходит за рамки прав даже общественной организации. Вот это моя точка зрения. Скажите, а вы эти предложения присылали в НОП? Нет. Нет, но это очень жаль, наверное, потому что ведь устав был опубликован давно, и, по-моему, он опубликован был специально для того, чтобы все, кто хотел, прислали свои предложения. Понимаете, очень часто бывает трудно дискутировать с подобными документами, потому что если вы не согласны с общей идеей, то нет смысла никакого присылать поправки. Устав выдержан именно как раз в том самом неконструктивном духе, который вам так не нравится. И я, честно говоря, вот, читая устав, не представлял, как можно изменить что-либо, посылая конкретную поправку, так как, ну, берем, скажем, вот конкретную ситуацию. По существу Олимпийский комитет обладает правом утверждать уставы своих выборщиков.
То есть те, кто будут выбирать, не, впрямую зависит от НОКа, тот, а тот, в свою очередь, зависит от Госкомспорта СССР. То есть результаты следующих выборов мы можем просто предсказать. Кстати, Марат Владимирович, поскольку вы у нас замолчали, все-таки, а кто был автором этого проекта устава? Это всегда интересно. Кто же готовил документ? Я боюсь, не родился ли он чисто в недрах Госкомспорта. На съезде народных депутатов все пытались дознаться, кто автор статьи, а значит, один спринт. Один спринт, да. Это не столь важно. Значит, что я вам должен сказать? Я хочу поддержать вот Елену Владимировну в одном. Значит, на 19-й партийной конференции, на съезде, сейчас идет, шла речь о правовом государстве. Но понимаете, 70 лет мы прожили с вами, так, и не имеем правового государства. Естественно, вот все те, так сказать, беды, которые были присущи нашему обществу, не могли отразиться и на Национальном олимпийском комитете. Я вам скажу откровенно, что многие вопросы, которые, так сказать, ну, подвластны были Олимпийскому комитету, они штамповались по подсказке сверху, как надо. Как надо. Вот так мы, так сказать, и голосовали. И никуда от этого не уйдешь. Сейчас положение меняется. Меняется в корне. Ну, во-первых, мы опубликовали устав, проект устава. Нравится он кому или не нравится этот устав, это другой вопрос, его надо обсуждать. Значит, что я вам должен сказать? Прежде чем составить устав, мы демократичным путем на Национальном олимпийском комитете заседаний создали комиссию, которая работала над этим уставом. Прежде чем работать над этим уставом, мы изучили уставы Соединенных Штатов Америки, Испании, Италии, Франции, Англии, ФРГ и так далее, всех стран. И, конечно, мы исходили четко из Олимпийской хартии, правил и традиций Международного олимпийского комитета. Мы должны четко представлять, что этот устав будет только действительным для нас тогда, когда его утвердит Международный олимпийский комитет. До утверждения Международным олимпийским комитетом мы не будем признаны как НОК. Поэтому мы в этом уставе, так сказать, четко соблюли все требования Международного олимпийского комитета. Нравится нам это или не нравится, но мы сделали. Я, например, сам на заседаниях ОНОК, где присутствовало 167 государств, не раз критиковал Международный олимпийский комитет за то, что он не демократичен. Ну, например, я вот поднимал вопрос, ну как это так? Вот избрали в МОК и до смерти. Ничего не меняется там. До 75 лет. Ну сейчас, до 75 лет. Не избрали, сейчас. А подобрали. Сейчас, до 75 лет, так? Мне это не нравится, но не я его придумал, не я, понимаете, он существует 100 с лишним лет, 100 лет будем праздновать это новое олимпийское движение, значит, буквально через несколько лет. Поэтому мы все эти вещи соблюдали, мы его разработали, обсудили опять, я скажу коллегиально, на Национальном олимпийском комитете, и после этого опубликовали. Мы получили ряд замечаний. Ряд замечаний. Получили не только замечания от наших граждан, получили много замечаний и от зарубежных стран. Кстати, Ассоциация национальных олимпийских комитетов, которая объединяет 167 стран, она ее тоже внимательно изучила и разослала во все 167 стран. Они считают, что это вот образец в том, что он не расходится с хартией Международного олимпийского комитета. Не расходится. Значит, 4-5 у нас состоится заседание. 4-5 июля. Июля. Заседание старого, будем говорить так, состава, да? Национального олимпийского комитета. Нового нет. Нового нет. Тот, который уже, в общем, юридически утратил свои права, по идее. Нового нет. Мы, значит, обновим. Кто отошел от спортивного движения, значит,
обновим, все. Вот. Но мы должны его рассмотреть, устав этот. Там есть целый ряд поправок, и есть поправок интересных и правильных, наверное, которые мы действительно их внесем. Но мы все поправки внесем, которые есть, и, так сказать, демократично обсудим на заседании Национального олимпийского комитета. Что касается вопроса, который поднимает вот три наши прибалтийские республики. Вы понимаете, они ставят перед нами вопросы непосильные для Национального олимпийского комитета. Непосильные. Ведь вы учтите, вот, предположим, мы признаем Национальный олимпийский комитет Латвии, Литвы и Эстонии. Этого требует некоторые государства, у которых федеративное устройство. Например, в Испании такие вопросы. МОК эти вопросы обсуждал. Я думаю, что как член исполкома МОК, Виталий Иванович, ему бы лучше было рассказать, да, о чем они договорились и как они думают дальше действовать. Ну, я прежде всего хотел сказать, что я, наверное, больше всего должен чувствовать ответственность за всю ту критику, которая сейчас обращена в адрес нашего Олимпийского комитета, поскольку я, наверное, дольше всего стою членом этой организации, поскольку еще в 1962 году был председателем Федерации водного пола Советского Союза. Но действительно, надо согласиться с тем, что Национальный Олимпийский комитет у нас многие годы уподобился известному литературному герою, поручику Киже, который фигуры не имел. Так сказать, у нас не было своего здания, у нас у Национального комитета не было своих штатных работников. Национальный комитет, по сути дела, действительно работа осуществлялась теми силами, которые выделялись за счет аппарата штатного расписания Госкомспорта. И когда к нам, я помню, приезжал еще предыдущий президент Международного комитета Брэндон Шум, говорит, хоть покажите дом, где ваш Олимпийский комитет, вывеску, где находится. Ну, с тех пор времена, конечно, изменились заметно. Я должен сказать, что огромную роль в этом сыграла Московская Олимпиада. Московская Олимпиада, безусловно, мы пересмотрели свое отношение, общественность стали иначе совершенно к этим проблемам относиться. Поэтому я с оптимизмом смотрю вот на предстоящие изменения. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы добьемся такого положения, когда Национальный комитет станет самостоятельной общественной организацией, которая реально будет отражать те, так сказать, явления, которые происходят у нас в олимпийском спорте, в нашем Советском Союзе. Мне простите, очень... а вот что для этого нужно сделать, чтобы стало, да, так? Да, вот я думаю, что все-таки тот разговор, который начался у нас на страницах вот газет, и проект устава, который был опубликован, Марат Владимирович говорил о том, что та группа, которая, то есть тут я не могу согласиться с тем, что, допустим, какие-то чиновники в аппарате сидели, вот выдумывали, писали это дело, нет. На заседании нашего Олимпийского комитета была создана комиссия, в которую входили представители общественных организаций, спортивных обществ, республиканских, кстати говоря, организаций. Вот. И эта группа выдвинула проект, который в какой-то степени был синтезом вот всех тех национальных олимпийских комитетов, о которых говорили. Причем это как европейских западных стран, так и социалистических стран. Мы опубликовали этот проект для обсуждения, там, кстати, об этом так было и написано. Я абсолютно согласен с тем, что он не бесспорный. Не бесспорный. Меня действительно вызывает сомнение целесообразность вот такого контроля за уставом Национальной Федерации. Тут есть один только вопрос, что когда Международный комитет или Национальный комитет принимает в свою семью членами, так сказать, или дает патронаж, покровительство, или включает программу Олимпийских игр Международную или Национальную Федерацию, ее устав не должен противоречить принципам Международного Олимпийского движения. Другой вопрос. Знаете, борьба, так сказать, против апартеида там, конечно, и так далее. Целый ряд позиций. Вот это, я думаю, это мы должны, так сказать, соблюсти. А что касается деталей, как должен формироваться Национальная федерация, понимаете, там сроки отчетности, формирование их средств там и прочее, это, конечно, уже, ну, я думаю, что... Сам факт утверждения устава. Да, это уже не должно входить, так сказать, в юрисдикцию Национального олимпийского комитета. Теперь вот по поводу тех, было много замечаний, скажем, вот почему, действительно, скажем, есть определенная заданность при формировании состава Национального олимпийского комитета и его президиума.
Почему? Вот некоторые товарищи пишут, вот, в частности, товарищ Фирсов, я читал в газете, почему вот так это делается. Все дело в том, что значит, по правилам Международного олимпийского комитета, правило такое из 24-е, где просто дается примерный устав Национального комитета. И оговариваются вот все эти вещи. В частности, приоритет отдается национальным федерациям, входящим в программу Олимпийских игр. И сказано в этом уставе, что в Национальном олимпийском комитете большинство голосов должны составлять эти федерации. И в Национальном комитете, и в его президиуме. То есть, если мы увеличиваем какую-то, за счет какого-то состава представителей, республиканских, скажем, общественных организаций и других, то мы автоматически, если мы хотим соответствовать требованиям Международного комитета, должны увеличивать представительство от федерации. Может быть, это покажется, так сказать, вздорным, абсурдным такое явление. Но все дело в том, что в ряде национальных олимпийских комитетов были прецеденты, когда вопросы, касающиеся участия, скажем, в Олимпийских играх, принимались решением большинством голосов тех представителей, которые, собственно, не имеют никакого отношения к олимпийскому движению. Такая проблема возникла у нас в 1976 году в Новой Зеландии, когда национальный комитет не мог предотвратить контакты регбистов этой страны с Южной Африкой. Вы знаете, к чему это привело? 23 страны, по сути дела, весь африканский континент, кроме Сенегала и берега Слоновой Кости, покинул значит, Олимпийские игры. В Соединенных Штатах Америки тоже при голосовании, скажем, возникла эта проблема участия или неучастия в играх Московской Олимпиады и так далее. Поэтому вот откуда идет это, так сказать, почему такие условия выдвигаются? Кстати, Виталий Ильич, вот я извиняюсь, в Лос-Анджелесе Федерации по олимпийским видам спорта большинством голосов высказались за участие в Московской Олимпиаде. Так? И большинство вот неолимпийских, оно задавило это. И вот теперь относительно национальных олимпийских комитетов, которые созданы у нас в Прибалтийских республиках. Значит, я считаю, что мы к этому вопросу должны подходить конструктивно и в то же время очень осторожно. Надо, конечно, с огромным уважением относиться к позиции товарищей, тем мотивам, которыми они руководствуются, когда они говорят о том, что мы хотим, так сказать, расширить свои контакты и так далее. Я глубоко убежден в том, что настоящее сложившееся положение нас не может устраивать, безусловно. Я думаю, что нам надо расширять функции влияния Олимпийского комитета. В каждой республике у нас должны быть свои какие-то, так сказать, органы. Я не хочу сейчас называть, как они будут называться, понимаете, но они должны заниматься пропагандой олимпийских идеалов. Мы очень много уделяем иногда спортивной стороне вопроса, но забываем совершенно о моральных ценностях олимпийского движения, олимпизма. Олимпийские академии, пока она у нас только одна, их может быть много. Каждый институт физкультуры, нам думается, мог бы, так сказать, стать филиалом или центром вот пропаганды таких знаний. И мне кажется, Марат Владимирович, что действительно, в общем, наверное, и Госкомспорт СССР заслуживает упрека, да и мы то же самое. Часто у нас бывает так, что на международных соревнованиях выступает сборная СССР-1, сборная СССР-2. Ну почему, скажем, вот сборная СССР-2 не могла бы быть, так сказать, представлена какой-то республикой? Любители спорта помнят, что были, скажем, матчи. Англия, Российская Федерация по легкой атлетике. Почему нам не идти по этому пути? Я думаю, что вот в этом отношении надо действительно нам искать, так сказать, наши возможности. И каждая республика должна иметь какой-то свой календарь, иметь возможность выступать на соревнованиях и так далее. Если же говорить, так сказать, о статусе Национального олимпийского комитета, так как ставит вопрос товарищ, то это вопрос, это прерогатива Международного олимпийского комитета. Есть четко изложенные правила, которые говорят о том, что в состав Национального олимпийского комитета должны войти по крайней мере 5 национальных федераций, признанных международными спортивными федерациями, поскольку пока, насколько я знаю, этим требованиям, так сказать, не удовлетворяет, поэтому Международный олимпийский комитет – это его функция, Международный олимпийский комитет, естественно, должен рассматривать этот вопрос, так что пока такого соответствия нет, понимаете. Вы имеете в виду в Литве нет такого? В Литве, вот, да, вот, в Литве, вот, да, в республике, конечно, ну, у нас все федерации, входящих в программу Олимпийских игр. Можно вопрос задать? Да, я представитель неолимпийского вида спорта, поэтому с системой НОКа и МОКа знаком довольно-таки плохо. Но вы вот сейчас сказали, что находитесь 62-го года в этом движении, и, конечно, знаете всю его историю нашего, современную историю нашего Олимпийского комитета. И, по вашему мнению, долгое время оставался неким поручиком Киже, то есть фигурой, несуществующей в природе.
А как вы считаете, с какого года или с какого там месяца этого года, когда этот Олимпийский комитет начал, в общем-то, функционировать? Ну, я считаю, я уже сказал о том, что, конечно, мы пересмотрели свой, в целом в стране, я считаю, и среди общественных организаций спортивных было пересмотрено отношение и место Национального Олимпийского комитета в период подготовки к Московской Олимпиаде и после. Хотя я согласен с тем, что издержки, так сказать, в нашей работе были, но и далеко за примером ходить не надо. Не так давно мы принимали, по сути дела, политическое решение, которое, по сути дела, было, так сказать, не Национальным Олимпийским комитетом принято, так сказать, а наверху, вы знаете, участие в Олимпийских играх и так далее. Поэтому думаю, что процессы эти происходили, может быть, вяло. Ну, вот, так сказать, демократизация, гласность, та обстановка, которая сейчас в стране, я не знаю, может быть, забегая немножко вперед, Марат Владимирович, можно сказать о кандидатурах городов, которые да. Президент Национального комитета, скажем, вот сейчас выдвигается кандидатура трех городов на зимние Олимпийские игры 1998 года. Это Алма-Ата, это Бакуриане. И я вас, может быть, удивлю, Сочи. Ну, точнее, Красная Поляна. Если я не ошибаюсь, это впервые произносится, так сказать, для советской общественности, да? Да. Ведь впервые, это еще в печати не было, да? Ну, советский спорт давал небольшие публикации по этому поводу. Это мимоходом, да? Да, и вот по этому поводу, в общем, так сказать, право предоставляется Национальному Олимпийскому комитету, насколько я знаю. Так, Марат Владимирович, да? Да, нам никаких подсказок нет. Выдвинули, значит, Алма-Ата с МД очень Булаком. Значит, Тбилиси с Бакуриани и Сочи с Красной Поляной. Вот. Причем в соответствии вот с правилами НОК они подали заявочки. Значит, 4 или 5 мы будем рассматривать. Значит, организуются выставки, приезжают руководители, должен мэр или председатель, так сказать, этого города. Исполкома приехать, докладывать сам, так, и финансовую сторону, так сказать, и по спортивным сооружениям, архитектуры и так далее. Такие выставки все готовятся, снимаются фильмы, все. Мы будем рассматривать. Но есть тоже вот здесь, я должен сказать, один вопрос. Вот голосование мы будем проводить точно в соответствии с правилами традиционного. Будет голосовать только 37 представителей Федерации по олимпийским видам спорта. 30 по летним и 7 по зимним. С тем, чтобы, так сказать, те, кто не ходит в олимпийское движение, они не должны оказывать влияние. Ну и, естественно, исполком. Потому что в исполкоме Национального олимпийского комитета большинство должно быть представителей федерации. Кстати, вот. О шахматах, Якимович, может быть, вам будет очень интересно. Но совсем недавно ФИДЕ обратилась с просьбой о признании, об олимпийском признании Шахматной Федерации. Ну, это очередное волюнтаристское решение, которое не поддерживает большинство ведущих шахматистов. Ну, я не знаю. Не хочу владеть. Воспользуюсь правом арбитра и задам конкретный вопрос. Мы упомянули о федерациях, и ясно, что крен в развитии физической культуры и спорта, видов спорта, теперь переносится на федерации. Насколько сегодня эти шаги, будем говорить, радикальны? Будет ли федерация иметь не только... будем так называть ее политической или, может быть, мягче сказать, общественную независимость, но и самое главное финансовую, потому что без экономической подоплеки, без экономической независимости от госкомспорта федерация, наверное, будет очень и очень послушным инструментом аппарата. Да. Значит, все федерации сейчас работают, разрабатывают положение о своих федерациях. Некоторые уже утвердили. Значит, никто ими не командует и никто им не указывает. Мы им дали примерное положение, так как сложилось в мире положение федерации. Вот на основании этого они разрабатывают это положение. Второе, мы, недавно провели, встречу со всеми председателями наших федераций. И по олимпийским, и по неолимпийским видам спорта. Мы им предложили, схему финансирования, источники финансирования,
и создали комиссию из них, из председателя федерации, которую возглавил вот, доктор наук, профессор Хоменко. Он является председателем Федерации легкой атлетики. Они сейчас разрабатывают, значит, вопросы финансирования и так далее. Второе. Значит, конечно, возникает вопрос вот федерации и управления. Возникает такой вопрос. Я вам скажу откровенно, что я этот вопрос, он меня тоже волнует. И как представитель Госкомитета спорта, и как пока я представитель Национального олимпийского комитета. В чем? Понимаете, хотели бы мы, не хотели, но есть какое-то противостояние. Не во всех федерациях, но есть. Значит, я вот в прошлом году, по-моему, позапрошлом году был в Италии. Внимательно изучал вопрос в Италии этот. И мы, в общем-то, была такая идея. Надо ли управление? Вот, может быть, принять такой нам, значит, структуру, как существует во всем мире. Федерация и с аппаратом. Вот мы изучили в Италии. Я со всеми там, ну не со всеми, а с десятком президентов федерации перебеседовал и так далее. Что такое президент Федерации в Италии, например? Это крупный делец или деловой человек, так скажем. Предприниматель. Да? Предприниматель, у которого хобби, например, или лыжи, или что-то. Простите, но у нас тоже часто президенты Федерации люди, у которых это хобби. Тоже минутку, минутку, да, минутку. Но у них у каждого есть кабинет и рабочее его место в Федерации. Там у него дела идут, ведут, когда он там занимается, но он занимается федерацией. У нас в лучшем случае председатель федерации является в месяц раз или два, потому что у него основное место работы. Это так далее. А? Да, это очень большая проблема. Большая проблема, понимаете? Обсуждали мы не сняли эту еще проблему. И дальше еще пытаемся обсуждать эту проблему и решить. Ну не может быть вот как две. Таких два органа, прямо скажем так. Но мы определили сейчас все-таки, так сказать, вот федерации. Где-то какие-то обязательные вещи. Ну, чемпионаты Советского Союза. Мы прямо сказали, это полностью за федерацией. Управление в эти дела не должно быть. Утверждение всех сборных команд на чемпионаты мира, Европы. Это дело за федерацией. И так дали вот целый перечень. И сказали им, товарищи, вот мы, так сказать, мое, как вот представитель ног, я вот читаю вот так. Что вы хотите еще, пожалуйста, давайте вот предложения свои. Вот сейчас они нам представляют предложения. Я с ними опять встречаюсь и буду обсуждать все эти вопросы. Второе. Конечно, должен быть, товарищи, самостоятельный национальный олимпийский комитет. И мы думаем его, чтобы он не при, не как, а был самостоятельный национальный олимпийский комитет. И я даже так думаю, что и место ему надо определить не в госкомспорте. Маленькую поправку я внесу. Очень часто теперь зрители звонят, и они обратили внимание, что проект устава олимпийского комитета, поскольку да. Национальный, да, для нашего многонационального государства неправильное название. Многонациональный. Да, многонациональный. Вот, не в воском спорте. Ну, вы понимаете, вот в других странах какой есть порядок? Прошли Олимпийские игры. Олимпийские игры там построили к Олимпийским играм, значит, Олимпийский комитет там. Все это дается спорту. Не успели ли вам закончиться Олимпийские игры, как все буквально было отобрано. Здание, где сейчас литературная газета, здание для Олимпийского комитета было построено. Вот этот особняк, значит, на Горького тоже отобран. Ну вот олимпийцы ставят вопрос, значит, о музее, о доме олимпийцев и так далее. Ну на Казакова мы делаем сейчас хороший специально и для Национального олимпийского комитета, и для федерации, так сказать, часть здания специальная, с отдельным входом, все, чтобы самостоятельно работали там и федерации, и Национальный олимпийский комитет. Ну конечно, хотелось бы, так сказать, иметь вот, там же, кстати, мы думаем, значит, организовать и музей. Причем государственный музей мы добились. Есть решение правительства, что государственный музей. Мы готовим там здание, это, вы знаете, дворец братьев Разумовских. Да. Кстати, исторический памятник. Исторический памятник, да. Мы туда вложили уже там не десятки миллионов.
Реставраторов берем откуда только можем, так сказать, так. Простите, а вы не боитесь, что рано или поздно, вот, так сказать, энтузиасты, борцы за сохранение исторических памятников, памятников культуры, все-таки развернут движение, чтобы освободить музей? Вы понимаете, вот насчет теперь этого движения. Уже появляется в печати. Но он же лежал на боку, он же весь был разрушен. Это тоже верно, да. Весь разрушенный, понимаете? И вот 5 лет назад мы его взяли, с нуля по существу построили новый дворец. Ну и есть второй вопрос. Владимир Ильич Ленин подписал декрет и разместил институт там. Я думаю, что не надо бы Ленина было поправлять. Так, единственное, что надо привести и сделать этот памятник, чтобы он действительно был памятником. Марат Иванович, да. Пожалуйста. Мы все время сейчас уже немножечко опять уходим чуть-чуть в сторону. Пожалуйста. Это, в общем, то, что заблестит у нас. Я надеюсь, что это хорошее будет оправой для главного бриллианта для физической культуры и спорта в стране. Да. Понимаете? Но все-таки к вопросу о федерации, я чувствую, у нас у наших участников есть вопросы, мы никак не зададим. Пожалуйста. Марат Иванович, если я вас правильно понял, то, в принципе, Национальный олимпийский комитет или Олимпийский комитет наш, скажем, советский, он отделяется от госкомспорта и является самостоятельным объединением. Самостоятельной организацией. Означает ли это, что вы выберете только одну из двух должностей, которые сейчас имеете? Это дело Олимпийского комитета. Это будут выборы, настоящие демократические выборы. Ну, выборы, а вы не могли сказать, выбирать будут сейчас те, кто на сегодняшний день находится в федерациях, состоящих при госкомспорте? Почему? Во-первых, 44 президента федерации, а в Национальном олимпийском комитете у нас состоит примерно 180 человек. Вот они будут выбирать. Ну, я представляю себе таким образом, что мы должны принять устав, конечно, для того, чтобы, так сказать, формировать новый Олимпийский комитет, надо устав принять, и в соответствии с этим уставом надо и формировать новый устав, и потом и там избирать и президента, и исполком. Я согласен, но не противоречит ли, в принципе, избрание министра? Да. Самостоятельность Олимпийского комитета. Ну, я могу здесь. Вы знаете, я хотел вот немножко вернуться к вашему вопросу относительно самостоятельности. Я прошу учесть, что у нас еще 3 федерации, минуты, буквально одна минута. Я хочу сказать о том, что действительно нам надо разобраться во многих вопросах положений, потому что все не так просто. Права федерации, управления, государственного комитета, национального комитета. Возможно, нам надо будет даже и входить, Марат Владимирович, Государственным комитетом в правительство с просьбой изменить функции комитетов, потому что пока у нас идет накладка. Значит, Национальный комитет по хартии отвечает за подготовку олимпийской сборной команды, и за эти же вопросы, эти же функции возложены на Государственный комитет, а на вас как на председателя. Поэтому нам, конечно, здесь нужна большая серьезная работа, надо все поставить на свои места, всем определить, так сказать, место и вместе работать. Что касается вашего вопроса о совмещении, значит, я могу сказать, что практика такая существует, и не только в нашей стране. Не только в нашей стране. Такое совмещение у нас, я знаю, было вот до недавнего времени в ГДР. Товарищ Эвальд возглавлял обе организации, Государственный национальный комитет в Венгрии, в Чехословакии, в Польше, в Болгарии, в Корейской народно-демократической республике и так далее. Я как-то обсуждал даже этот вопрос с президентом Международного комитета. Он мне так сказал, ты знаешь, меня эта ситуация устраивает. Потому что в этом случае создается, так сказать, бесконфликтная ситуация в формировании взаимоотношений между Международным олимпийским комитетом и Национальным комитетом. Потому что очень часто в странах, где существует и государственный, и Национальный олимпийский комитет, между ними происходят, так сказать, всевозможные трения. То есть, в принципе, это не противоречит практике и правилам Международного олимпийского комитета. Значит, как будет решать, это уже дело, очевидно, пленуму Национального комитета. Поскольку мы сейчас выходим из эфира, уже практически осталась минута, да, Гиви, очень пару комментариев. Первое, это относительно, вот опять-таки, устава Олимпийского комитета. Вы несколько раз ссылались на международную практику. У меня, вы знаете, такое соображение. Почему бы нам не сделать более демократичным наш устав, нежели вот те уставы зарубежных стран? Ведь главное, чтобы он не противоречил Олимпийской хартии. То, что вот я, например, сказал, это ничего не противоречит. И там есть еще другие пункты, которые мы могли бы действительно более демократично решить, в том числе и вопрос о совмещении. Даже такой простой вопрос, как
как выбирать председателя. И там же какое ограничение? 10 членов должны иметь право вместе подать или 6 федераций. Почему бы не предоставить каждому участнику Генеральной Ассамблеи право выдвигать? Ну и так далее. То есть это, я считаю, все-таки нужно ставить перед собой задачу создания подлинного демократического органа, невзирая на то, каковы в данном случае правила международные. Главное, чтобы им не противоречить. А более демократичные, я считаю, это только хорошо. Это первое. Второе, вот осталось буквально 30 секунд. Насчет все-таки производства инвентаря. Вы назвали вот такую очень большую величину, 46 миллиардов рублей, и из ваших слов следует, что мы только в 2000 году, в лучшем случае, выйдем на эти показатели. Но тут знаете, что меня смущает как экономиста? Вы называете стоимостной показатель. А в каких ценах вы это считаете? Из нашей практики мы знаем, что цены растут и очень быстро, и именно на спортивный инвентарь. Боюсь, что, единицы. Боюсь, что это не удовлетворит наших потребностей. Единицы. Я оставляю право ответить. После нашего перерыва сейчас малышей приглашаем на вечернюю сказку, а мы продолжаем нашу передачу в 20 часов 15 минут. Ждем вас у экрана. Еще раз мы продолжаем нашу программу «Арена». Мы разговариваем сейчас в студии о проблемах нашего советского спорта. Уже целый час проговорили, много звонков. И в основном, вы знаете, нас упрекают в том, что мы несколько утопили нашу дискуссию, сведя ее в какой-то степени к монологу Марата Владимировича Грамова и в какой-то степени Виталия Георгиевича Смирнова. Но хотя вопросы были интересными, но зрители задают очень много конкретных вопросов. И знаете, первый вопрос и, наверное, самый острый. Госкомспорт довольно часто уже в последнее время критикует, что большее внимание уделяется все-таки развитию большого спорта, погоне за олимпийскими медалями. И, к сожалению, в меньшей степени занимаемся мы физической культурой. Хотя, Марат Владимирович, когда вы пришли на пост председателя, вы неоднократно заявляли о том, что надо повернуть эту работу, именно обратить ее лицом к массовой физической культуре. И, несмотря на это, еще один целый пакет огромных вопросов, несмотря на внешнюю благополучность большого спорта, оказалось в последнее время, там он раздираем всякого рода противоречиями, и в первую очередь юридического плана, неопределен статус спортсмена до конца, очень много вопросов, связанных с финансовой политикой Госкомспорта СССР. И я думаю, что именно на эту тему нам стоит поговорить в оставшееся время. Поэтому я предлагаю конкретные вопросы. Вот тут есть от зрителя. Портнов Николай Давыдович, москвич, задает вопрос, куда идут инвалютные поступления, которые зарабатывают советские спортсмены. И тут же Васильев Иван Денисович, тоже москвич, задает вопрос, почему много Госкомспорт отбирает денег из заработка хоккеистов и теннисистов, футболистов и так далее. Но это вопрос любопытный и вызвал наибольшие, наверное, споры в последние дни. Да. Я захватил с собою, значит, материалы по нашим доходам-расходам инвалидным. Тем более, что вот некоторое время тому назад была встреча, товарищ Галаев был, вот Евгений Ираклич задавал ему вопросы. Я бы хотел ответить. Значит, где-то 6 лет назад Госкомспорт зарабатывал в пределах 3-4 миллионов долларов. Свободно конвертируем в валюте. В 1983 году мы вынуждены были взять 600 тысяч рублей кредитов, потому что у нас не хватало денег для обеспечения международного календаря. Мы первые из всех министерств и ведомств в стране вошли с предложением в Совет министров СССР, чтобы дали нам право самостоятельной внешней экономической деятельности. Сейчас мы вышли примерно на 30 миллионов долларов. Что это за доллары? Значит, вот из этих 30 миллионов долларов мы в прошлом году
20% перечислили государству. Это 6,2 миллиона долларов. Из 30 миллионов долларов заработали спортсмены и тренеры 15 миллионов долларов. А затраты у нас составили на спортсменов и тренеров 16,3 миллиона долларов. Из чего они складываются? Международные спортивные связи 5 миллионов долларов. Закупка товаров по импорту 8,7 миллиона долларов. И премиальный примерно 3 миллиона долларов. Если года 3-4 тому назад мы тратили на премиальные, даже в советских деньгах, примерно где-то от 1,5 до 2 миллионов, сейчас мы тратим 8 миллионов рублей. 8 миллионов. 15% платим в валюте спортсменам. Поэтому говорить о том, что значит Госкомспорт присваивает, не присваивает. Даже раздаются голоса в печати, что вот функционеры, дескать, разъезжают туда-сюда. Мы тратим на функционеров 1%. Этот процент мы берем за то, что мы вот занимаемся продажей инвентаря, оборудования. Отсюда берем, мы не берем от спортсменов. Теперь вот вставал вопрос в прошлый раз по теннису. И Гиви Ираклич вот предложил, почему мы не переходим на то положение, которое установлено государством, 31,69%. Так, да, был разговор, по-моему. Ну, не совсем. Ну, продолжайте. Да. Вот что у нас получилось по прошлому году с теннисистами. Значит, теннисисты у нас заработали 521,3 тысячи инвалютных рублей. Теннисистам мы выплатили 1 898,3 тысячи рублей в советских деньгах и 304,7 инвалютных рублей. 31%, если вот по закону, как положено, составляет 161,6 рублей. Я думаю, и второе. Да, извините, Марат Владимирович, я боюсь, что мы, эти подсчеты, они несколько некорректны, наверное, для зрителей. Не все поймут. Это инвалютные рубли, обычные рубли. И вообще цифры на цифры очень трудно воспринимаются. Я знаю, что... Немножко общем... о принципе, может быть, да. Почему Госкомспорт все эти деньги Госкомспорту, а клубы и республики не получают. Нет, раз уж затронули этот вопрос, я просто хотел потом его прокомментировать. То, что те данные, которые вы назвали, это не теннисисты выплачены. Это затраты целиком на теннис, которые произвел Госкомспорт. Да. Вот миллион, вы сказали, 800 тысяч. Это все затраты на теннис, причем тут просуммированы наши советские рубли с инвалютными в сумме. А если вы возьмете, то есть, поэтому тут такое сопоставление весьма некорректно с экономической точки зрения. Если отделить рубли советские от инвалютных, то у вас получится затраты примерно 1 200 000 советских рублей на теннис. Если принять во внимание, ну, учесть, что ваши вот, товарищи не дают никаких данных о доходах тенниса в рублях, допустим, их нет вообще никаких. Значит, вот затраты Госкомспорта 1 200 000 в рублях. А вот валютную часть, если взять отдельно, то положительная сальдо, то есть доход, принесенный теннисом нашей стране, составляет примерно 350 тысяч долларов. Я все-таки буду говорить в долларах, а не в инвалютных рублях. В инвалютных рублях там 220 тысяч инвалютных рублей. Это примерно 350 тысяч долларов. Это плюс, который приносят теннисисты. Хорошо, вот сопоставлять нет, можно... Нет, побольше. Вот, пожалуйста, у меня можно... Не те. Я брал из советского спорта... Вот, да. Данные, я говорю вам, по 68-му году. По 88-му. 88-му, совершенно верно. Да. Вот, так, значит, вот, 521,3. Да, это но еще расходы валютные, я взял чистое сальдо. Это валюта. Да, 521. Так вот чистое сальдо по валюте 350 тысяч долларов. Чистый это доход. Чистый доход, да, который принес, потому что там есть и валютные затраты. Но это доход, который принесет и нечистый, и то, что вы называете эти величины, это не выплачено им. Им-то выплачивается, вот в том же интервью было сказано, что сейчас Госкомспорт увеличил премиальные и теперь будет платить за каждый выход в новый круг Уимблдона 500 инвалютных рублей теннисистов. Это значит, что если он дойдет до финала, он получит 3000 инвалютных рублей. Принеся Госкомспорту
вот эти огромные деньги. И вообще сам принцип, понимаете, вы говорите о премиальных. То есть принцип такой, госкомспорт все забирает, а потом выплачивает премию. Вот он неправильный. Этот принцип не верит. Принцип должен быть другой, налогообложение. То есть заработал спортсмен, установлен должен быть налог. Повторяю, сейчас этого нет, а то, что вы сказали, 69, это налог на прочие виды деятельности. И сейчас, если будет применяться это к спортсмену, то они вот попадут в эту категорию, и тогда будет действительно 69% налог. А если он будет установлен, он может быть какой-то другой, не в этом дело. Но сам принцип правовой должен быть изменен. То есть он, спортсмен, должен платить налог, как любой другой гражданин нашей страны. Так что я считаю, что тут, может быть, даже не стоит то, что вы подняли тот раз. Да, конечно. Этот вопрос. Вы подняли 69 конечно. И 31. Это так налог. Я... Да, налог. А 69%. Да. А 31% отдайте спортсмену. Вы так сказали. Ну, не отдайте. Это... Ну, предположим. Предположим. Вот предположим. Я говорю, вот. Кассу поступило 521 тысяча. Это не спортсмен, это затраты. Мы не можем считать по такой сложной математике, мы не знаем всех данных. Давайте брать конкретных спортсменов. Да. Заработок спортсмена и премиально выплаченный ему. Я полагаю, что они далеко не 31%. Максимальный заработок, который может получить спортсмен по новым условиям, это 1500-2000 инвалютных рублей, что эквивалентно 3,5 тысячам долларов. В то время как его заработок в турнире может составлять несколько сот тысяч долларов. Можно взять Уимблдон, можно взять сейчас Ролан Гарош, где Чесноков заработал 75 тысяч долларов. По вашей схеме он может получить примерно 2500 долларов и ни копейкой больше. И, в принципе, Гиви Ираклович поднимает вопрос достаточно четкий. И я бы просто хотел немножко развить, потому что это касается не только тенниса, да. Это касается и всех видов спорта в целом. Итак, речь идет про то, что бесправное положение спортсмена и производит ту ненормальную ситуацию. Спортсмен – существо юридически непризнанное. И по существу мы, большая часть спортсменов находится в виде крепостных при госкомспорте. И все деньги, которые зарабатывает госкомспорт – это… Ну, это громко, так скажем. Ну, в данном случае я попытаюсь доказать свои слова на конкретных примерах. Мы говорим о законности налогообложения. Но ввиду того, что такой профессии не существует, ввиду того, что слова «спортсмен» нет в графе налогообложения, получается, что госкомспорт взимает некую сумму, которая очень велика обычно, там, скажем, 70%, 80%, а оставшиеся деньги все равно подвергают налогообложению. То есть, по существу, действует принцип двойного налогообложения, причем главным, налогооблагателем выступает ведомство, которое делать это не имеет никакого права. И речь в данном, для того, чтобы избежать всех этих проблем, нужно совсем просто. Нужно всего лишь включить в указанном президиуме Верховного Совета СССР в список налогообложения графу «спортсмен», дать ей четкую, ставку, условно, прогрессивную ставку до 50%, например, назовем так. Остальные 50% должны уходить в государственную казну и уже распределяться государством. Для госкомспорта, для профсоюзов, для клубов, для республик. Но спортсмен должен точно знать, что его судьба будет зависеть от указа президиума Верховного Совета, а не от того, хорошо к нему относится начальник управления госкомспорта или плохо, как происходит сейчас. Ибо вы, например, можете вызвать условно Фетисова и сказать, что поезжай, Слава, в Канаду, будешь получать 15%. А Ларионову, который вам может понравиться больше, вы можете дать 20%. И в данном случае вы ничем не ограничены. Инструкции по отношению к спортсмену назначает ведомство, которое этого права по Конституции и законодательству лишено. Но пока оно так действует. Пока оно так действует. Гарри Кирович, во-первых, я вам что должен сказать? Что все инструкции, которыми мы руководствуемся, они созданы не нами. Они созданы Министерством финансов и правительственными инструкциями. Мы действуем на основании их. Вот сейчас мы вошли в правительство с тем, чтобы отдать спортсмену 30 или 31%. Вот. Но тут ведем подсчет. Вот даже по теннису, даже по Зверевой. Потому что 31% ей не хватит. Не хватит. Учитывая, что ей надо жить. 120 долларов отдай в сутки за гостиницу. Питание и так далее. Понимаете, ей не хватает даже 31%. Мы сейчас вот разрабатываем... 31%? 31%. С ее призовых денег? С ее призовых денег, которые в этом году она, конечно, получит больше. И, видимо, ей хватит. А вот то, что в прошлом году у нас было... В прошлом году не хватает. Нет, тут имеется в виду то, что если отдать 31%, то и обязать ее самой за все платить. Вот о чем идет речь.
областях, сферах, как там? Там решается, есть какие-то аналоги, вы мы знаете, можем сравнить. Нет. Мне кажется, что всюду у нас нет единого подхода нет, вообще. У нас к есть этому в стране единый подход. Гонорары, призовые деньги, получаемые за рубежом. Но вы понимаете, что. Он везде, извините, дело в том, что у нас в стране везде такой подход, я считаю его неправильным. Нужно менять, в принципе, я согласен. И в спорте, абсолютно. И в спорте, и в, кстати, культуре. В культуре тоже культуре, всем, абсолютно. И всем все должно быть ясно. Да, и всем да. все должно и быть. Всем, надо да, менять да, этот да, принцип. Правильно. И, абсолютно. Но это одна сторона только выплаты гонорара. Вторая, наиболее важная, о чем вот уже Гарик говорит, это вообще вся правовая основа спорта. И до сих пор у нас профессии спортсмен нет. Есть то, что сделал Госкомспорт, так, опять такой полушаг, будем говорить, введена профессия спортсмен-инструктор. То есть это опять полуправда. Для игровых видов спорта. И для игровых видов. Какой же инструктор, когда он играет в шахматы, вон Елена была наездница и так далее. То есть спортсмен. Это первое. И причем тут вот то, что вы ввели, ведь этот спортсмен-инструктор, таких их всего, дай бог, сотни сейчас наберется. А профессиональных спортсменов, по вашим же данным, ну, таких настоящих, это около 100 тысяч человек. И даже если все игровики подпишут контракты, ну будет их 1000. То есть это касается всего 1% спортсменов. Все 100 тысяч, все должны подписывать контракт со своими клубами. Это требует, конечно, перестройки, перехода на клубную систему. Бесспорно, но все это надо делать. Иначе мы уже оказываемся вот в ситуации, когда уже сами события нас, так сказать, тянут вперед, а не мы руководим событиями. Вот о чем речь. Потом второе, это одно дело профессия спортсмен. Дальше, естественно, тут же встает вопрос, которого нет при ситуации спортсмен-инструктор. Профсоюз спортсменов, естественно, он должен быть создан. Третий вопрос, это и тогда уже профсоюз обеспечит все, так сказать, социальное, так сказать, страхование, но еще пенсионное обеспечение. Вы ввели его, но вы же ввели его по принципу такому, значит, вот 55-60 лет и так далее. А спортсмену это нужно совсем по другому принципу, по принципу, вот как в балете и у артистов цирка. То есть, как кончил выступать, он сразу должен получать. Конечно, нельзя вешать все это на госбюджет, поэтому нужно создать специальный отдельный пенсионный фонд спортсменов по типу таких частных пенсионных фондов, как это в международной практике. Но я бы привел для примера пенсионный фонд ООН. Он очень хорошо тут подходит. Его, так сказать, принцип и устав. То есть, сами спортсмены могут сами себя обеспечить. Не нужно вешать это на бюджет. Они себя сами обеспечат. Вот сейчас в пенсионном фонде ООН, например, порядка 60 тысяч членов. У нас 100 тысяч участников. Ну и так далее, и так далее. Так что вот целый один комплекс вопросов, которые требуют решения, которые до сих пор не решены. А мы уже вступили на эту стезю. Вступили без правил. Вот мне кажется, если можно, я вот, может быть, этих деталей, так сказать, тонкостей не знаю, но мне представляется, что у нас единый, конечно, принцип, подход должен быть вот в таких случаях, когда речь идет о гонорарах. Есть много критических замечаний, высказывается в адрес ВАП там, и других организаций. Мне думается, действительно, спортсмен четко совершенно должен знать, сколько он может получить, какую часть в соответствии с советским законом от получаемых призовых денег. И второе, что мне представляется справедливым, та часть, которая как-то бесследно уходит, скажем, в недра Минфина, который критикует за, может быть, не всегда правильное расходование средств там и так далее. Мне думается, что вот эти люди, они четко совершенно должны знать, что те деньги, которые отчисляются, они идут на развитие, скажем, данного вида спорта среди молодежи. И он это может проконтролировать. Виталий Георгиевич, давайте не будем уходить так далеко в Минфин. Минфин, мы не знаем, что там происходит, куда они уходят. Большинство денег оседает в Госкомспорте. И, скажем, многих спортсменов, ну, назовем, скажем, такую пятерку наиболее, что ли, финансово обильных видов спорта, как футбол, хоккей, теннис, ну, я могу сказать, в какой-то мере шахматы, баскетбол. Скажем, спортсменов из этих видов спорта интересует, почему деньги, которые они зарабатывают, и которые у них изымаются, в общем, в очень большом количестве, идут не на развитие этих видов спорта, а распределяются так по широкому фронту. То есть традиционный принцип поддерживания за счет лучших, более отстающей отрасли, как делается в нашей промышленности, распространяется на спорт. И это приводит, наверное, к тому, что популярные виды спорта не могут развиваться. Денег у них вроде бы много, но они бесследно исчезают, потому что каждому... Но откуда брать деньги и валюту на командирование спортсменов и той части спортсменов, которые пока не зарабатывают? У нас едет и молодежь, у нас едет команды, и у нас есть виды спорта, которые вообще не приносят валютного дохода. Ну, мы понимаем, но тем не менее, эти виды спорта должны, в принципе, существовать на том уровне, на каком находится их популярность. Ибо спорт, ну, здесь уже начал Игорь Сергеевич. Да, я знаю, с того, что, он представляет армию болельщиков. Да. И, в общем-то, есть виды спорта, которые все-таки уступают по популярности футболу, баскетболу или теннису. И в нашей стране сейчас все-таки подавляющее большинство людей хочет играть в теннис, а не заниматься чем-нибудь другим.
И тогда, если мы заботимся об армии болельщиков, так мы должны в первую очередь удовлетворять интересы, растущие интересы болельщиков этого вида спорта. И, естественно, тратить деньги зарабатываемыми теннисистами, а платят им не за красивые глаза, а платят потому, что теннис очень популярен в мире. Так вот, эти деньги должны идти на развитие тенниса. Ибо, заметьте, наши виды спорта, такие как теннис, скажем, или футбол, отстают от международных. В том плане, что мы тратим на них остаточные деньги, а во всем мире они используют только именно то, что могут сами зарабатывать. Но даже в том же теннисе выезжают ведь не только Зверева, Чесноков, понимаете, сильнейшие, но выезжают юниоры, которые принимают участие. Прекрасно. И так далее. Дайте, возможность им организовать свою теннисную хозрасчетную федерацию. Да, насколько я понимаю, что Госкомспорт, значит, он на хозрасчете в данном случае работает, ему государство валюту никакой не дает. Значит, расхождение в данном вопросе у нас только в том, что надо ли расходовать деньги, которые зарабатывают ведущие теннисисты на, так сказать, покрытие расходов всех теннисистов, или все-таки равномерно распределять? Я вот здесь с вами не очень согласен. У меня есть предложение, Гарри. Дело в том, что позвонил Андрей Чесноков. Интересно будет, если он скажет свое мнение. Конечно. Наверное, мы говорим сейчас как раз о нем, без него. Конечно. А есть возможность, чтобы он сказал. Да. Андрей, с вами связались, насколько я понимаю? Добрый вечер, алло. Да-да, мы слышим вас. Пожалуйста, говорите. Вы, если хотите задать вопрос, можете задать вопрос. Если хотите что-то сказать, пожалуйста, скажите. Да, вот я здесь хочу свое мнение телезрителя сказать, что все вопросы, которые были заданы вами, мне кажется, что они были отвечены не по существу. Или были просто аккуратные ответы, которые были... уходили от них, мне кажется. Ну, наверное, право в дискуссии, в общем, людей выступать так, как им кажется возможным. Но у меня вопрос к вам. Вы хотите задать вопрос? Вот шел разговор о вас. Да. Вы знаете, у меня вопрос такой. Откуда такие цифры 1 800 000 долларов или инвалидных рублей? Во-первых, я не могу понять, когда... Допустим, 2 или 3 игрока выезжают за границу, и с ними еще едут 3 или 4 руководителя. Это же тоже надо считать. Это все, что вы хотели задать? Это единственный вопрос или еще что-то? Потом насчет Зверева, я, конечно, хочу ее защищать. Я думаю, что 31% все-таки хватит. А я задам вам вопрос. Вот те сведения, которые прошли в печати о том, что вы решили не сдавать призовые деньги в этот раз, это соответствует истине? То, что вы заработали или, так сказать, в качестве приза получили на Ролан-Гаррос? Да. Я все деньги, которые выиграл в Ролан-Гаррос, я пока забрал себе. Ну, вы извините меня, буду ждать решение, когда выйдет закон, позволяющий спортсмену какие-то деньги, но все-таки получать. Потому что у меня уже возраст не тот, и все-таки век спортсмена, он не такой длинный, как век артиста, век шахмата. Может быть, 2-3 года и я закончу. Ваша позиция понятна. Спасибо. Ну что, попробуем ответить? Да. Он согласен на 31%. Нет, так, как установлено. Я думаю, он сказал, что заработок Зверева был настолько высок, что 31% ей хватило бы. А, насколько я знаю, Андрей, он достаточно корректный человек, чтобы отвечать за другого. Имелось в виду, что заработок Зверева настолько высок, что 31% с лихвой хватило, чтобы покрыть и ее расходы, я думаю, расходы тренера. Вот так мы сейчас и вошли в правительство. Спортсмену 31% от заработка. Можно вот опять-таки? Да. Дело в том, что мы по-прежнему, в принципе, уходим от самой сути. Но Виталий Георгиевич сказал, что мы согласны по существу и уходим, и можем сейчас спорить о частностях. Я считаю, что сам принцип построения, вот вы говорите, Госкомспорт перешел на хозрасчет. Прекрасно, но этот хозрасчет достигается, я еще раз говорю, продажей группы ведущих спортсменов. Вы, например, сказали, что эти спортсмены заработали 15 миллионов, а на них потратили 16 миллионов. Нет, 16 миллионов потратили на весь спорт. А вот на тех, кто заработал 15 миллионов, может быть, потратили 1 миллион. Кроме того, не забывайте, что остальные заработки от рекламы, это, в общем-то, тоже не за рекламу, а за спортсменов, которые выступают, и поэтому там развешена реклама. Так что реально даже заработок вот этой небольшой группы гораздо выше. И
я думаю, что это порочная практика. Таким хозрасчет быть не может. Нельзя, эксплуатируя группу людей, содержать всех остальных, что, в принципе, сегодня Госкомспорт и делает. И слушая, скажем, вот Андрея, можно прийти к простому выводу. Спортсмены, ну, скажем, теннисисты, хоккеисты, баскетболисты протестуют не против низкой оплаты на сегодняшний день, а против метода оплаты. Они считают, что Госкомспорт не имеет права устанавливать им расценки. Госкомспорт должен выйти с правительства, так, пока он отвечает за спорт, с четким требованием ввести спортсмена в список налогообложения, чтобы спортсмен знал, что он будет получать себе на руки. Ну, я не буду говорить сколько. Я считаю, что 31% это все-таки позор. Меньше 50%, по-моему, получать нельзя. Даже в таких странах, как Канада, скажем, и то налог ниже. Ну, опять-таки, цифра может быть любой. Главное, что этот налог четко зафиксировал. А после этого будьте добры разделить оставшуюся сумму между Минфином, между вами, между клубом, между республиками, между профсоюзами. Делите как хотите, но делите только оставшиеся деньги. Ибо сейчас вы забираете сразу себе по неизвестно какому праву основные деньги, что-то сдаете в Минфин, и, в принципе, спортсмен тоже сдает Минфин, а дальше распределяете то, что у вас осталось, как вы хотите. Вот против этого и протестуют спортсмены. И не только спортсмены. Я тоже хочу поднять вопрос и от клуба, от общества и от республики. Мурат Владимирович, вы красиво сказали, что больше заработал Госкомспорт, что на хозрасчете. Но, извините, это двойное налогообложение. 20% идет в госбюджет от гонорара или команды, или спортсмена. Потом вы забираете. А что остается клубу, который истратил деньги, готовил спортсмена, или республике, или обществу? Госкомспорт СССР средства в эти мероприятия не вкладывает. Вам хорошо будет на хозрасчете, когда вы получаете готового спортсмена, отправляете его за свой счет, конечно, за границу, он привозит деньги, и валюта остается у вас. Это, наверное, несправедливо. Деньги должны поступать туда, откуда пришел спортсмен. Конечно, процент должен оставаться и Госкомспорту. И, может быть, не только как общество, но и территории. Разве государственная организация, да, и территория тоже. Мы тоже заинтересованы. Разве государственная организация, значит, вы содержитесь из госбюджета. Заинтересованы, извините, Виктор Севастьянович, поскольку сейчас группа ведущих баскетболистов рассматриваются контракты именно в Литве, насколько я знаю, и, по-моему, суммы контрактов высокие. Да, и жители республики поднимают вопрос, сколько же валютных денег останется республике. И по той инструкции, которая утверждена Минфином, практически ничего не остается. 20%, ну хорошо, 40%, Марат Владимирович, 20% госбюджету, 40% берете вы, ну за что вы их берете? За посредничество или за подготовку спортсмена? И 40% остается, ну допустим, республика, там и общество, и клубы, и так далее. Мы с таким не можем согласиться. Я думаю, те, которые вкладывали средства в подготовку спортсмена, должны получать основное, то, что осталось от спортсмена и от госбюджета. И вот, допустим, Марчеллионеса. Сейчас уже захотели 5 клубов. 4 из Соединенных Штатов Америки профессионалы и 1 из Испании. И цена, если так можно сказать, с каждым днем растет. Но он сам сомневается, стоит ли и надо ли, если он будет получать каждый месяц только $2000, проживет ли он там в Штатах за эти деньги. И поможет ли эта сумма, которую он заработает, уезжая играть за профессионала, ему, его клубу, который перешел сегодня на хозрасчет, выжить при сегодняшних хозрасчетных условиях. И мы бы хотели, чтобы еще тщательно посмотрели все эти документы. И, конечно, на пользу клуба, на пользу спортсмена. Я согласен, что здесь надо, значит, пересмотреть, скорректировать. Но я вот с одним немножко не согласен. Все разговоры, которые ведутся, в том числе и с этой студией, они ведутся только о валюте. Никто во внимание не берет советские денежки. Почему? Можно никто не берет во внимание. Цифрами поговорит. Да. А от Шереметьево и дальше все летают за советские денежки. Можем, в принципе, коснуться и советских денег. Да. Если, в принципе... Госкомспорт, как говорится, признает нашу правоту в валютной части. Да. И переходим теперь к советским деньгам. Ну что ж, пожалуйста, я коснусь только той темы, которую знаю хорошо, конкретно шахмат. Итак, в принципе, шахматы, учитывая последний матч на первенство мира, принесли немалый доход Госкомспорту. Ну, скажем, он выражается приличным семизначным числом, скажем, примерно, я думаю, что от 1,5 до 2 миллионов долларов, наверное, там будет это колебаться, эта сумма. Учитывая, что 1,3 миллиона принес последний матч на первенство мира в Севилье. И основным аргументом, скажем, против, скажем, хозрасчетной шахматной федерации или независимой федерации всегда было то, что мы не в состоянии обеспечить себя рублями.
Но когда Госкомспорт указывает на рублевые расходы внутри страны, почему-то забывается упомянуть, что не Госкомспорт несет основные расходы рублевые в стране, а организации, ну скажем, типа профсоюзов или народное образование, которые тоже проводят большую серию турниров. Ну, я скажу в шахматах. Давайте просто приведем одну конкретную цифру. В год на Российскую Федеративную Советскую Социалистическую Республику Госкомспорт тратит 250 тысяч рублей. Официальная цифра. Что? 250 тысяч рублей. Расходы Госкомспорта по РСФСР 250 тысяч рублей. Официальная цифра. Что мне сказали в вашей федерации, то я сейчас и говорю. На Белоруссию 40 тысяч рублей. На шахматы. На шах. Это расходы Госкомспорта по республикам. Нетрудно сосчитать, что вряд ли ваши расходы выйдут в год за миллион. Я думаю, что они на самом деле будут гораздо меньше, учитывая, что я взял две очень большие республики. Цифры, опять-таки, официальные ваших федераций, поэтому я на них и ссылаюсь. Покрыть такие расходы, я думаю, что, ну, мне даже смешно о них говорить. Турнир, который сейчас прошел в Москве без всякого участия государственной организации, стоил примерно 700 тысяч рублей. Олег Иванович. Да. Ну, вот если вы подняли вопрос о турнире, сколько профсоюзов вложили в этот турнир? 0,0 копеек. Насколько мне известно, 800 тысяч. 0,0 копеек. Я заявляю это перед лицом миллионов советских телезрителей. 0,0. Профсоюзы ничего не вложили. Профсоюзы вложили, я повторяю еще раз, 0 рублей, 0 копеек. Единственное, что сделали профсоюзы в этом турнире, это обеспечили визовую поддержку и некоторые организационные условия. Но все, что предоставлено было ВЦСПС и ВДФСО, было оплачено оргкомитетом турнира. Я повторяю, что государственные организации впрямую денег на этот турнир не затратили. И давайте вернемся несколько вот, все-таки к той валютной части, и о рублях еще несколько слов. Дело в том, что вот этот как раз вопрос, который поднял наш гость из Литвы, он решен постановлением правительства. Не решены вопросы вот, взаимоотношений со спортсменами. А что касается взаимоотношений ведомства и клуба хозрасчетного, то они решены. Другое дело, что инструкция Госкомспорта противоречит решениям правительства. Постановлением 1537, это от декабря 1986 года, Совет Министров установил предельные нормы валютных отчислений, которые ведомство может централизовать. То есть, ну, говоря понятным языком, отобрать у предприятий. Так вот, этим постановлением эта предельная величина установлена в 10%. Не более 10% валютных отчислений может быть централизовано. Другое дело, что потом, после этого постановления, некоторые ведомства получили разрешение централизовать больше. Но эти разрешения давал Совет Министров СССР. У Госкомспорта такого решения нет. Своей собственной инструкцией, согласованной с Минфином, вы установили свой порядок. Вы берете 50% от валютных отчислений. А если от всей суммы, то вы берете 40%, а по постановлению Совмина только 8% вы можете брать. Вот решение. То есть 20% бюджет, 80% должен получать клуб. И из этих 88%, ну 10 от 80, то есть 8% Госкомспорт, 72 остается клуб. Вот решение. Но другое дело, еще есть один вопрос, который, кстати, есть, уже решен в постановлении Совета Министров, но не отражен в инструкциях Госкомспорта. По другому постановлению, это 14.05 уже от декабря 1988 года, решено, что экспортер должен своим субпоставщикам передавать валюту, потому что он экспортирует конечную продукцию, и он должен субпоставщикам передать столько, каков их вклад в производство конечной продукции. Что касается спорта, то вот, продав игрока, обязательно должны быть отчисления тем школам и тем клубам, которые воспитали этого игрока. К примеру, вот продан Заваров. Все деньги пошли Киевскому «Динамо» и Госкомспорту. А должны были пойти, и это должно было быть найти отражение в вашей инструкции, но этого нет. В той школе, которая воспитала Заварова. То есть Скоростову. Скоростову. Ну и тем клубам, которые его довели до, так сказать, такого уровня. Ну и, естественно, часть Киевского «Динамо», потому что конечный экспортер – это Киевское «Динамо». И если вот то соглашение взять, то там из этих 5 миллионов, миллион в бюджет правильно, но 4 миллиона по постановлению Совмина должны были распределиться так, 400 тысяч Госкомспорту, а 3 миллиона 600 тысяч Киевскому «Динамо», из которых потом должно было быть перечислено уже всем по цепочке. И это уже справедливое отношение. Справедливое, потому что, вы представляете, школа футбольная, которая воспитала футболиста, получает там, я не знаю, 500 или 1000 или миллион долларов за то, что она воспитала игрока. Она сразу же материальную базу, сразу. Ну и так, в общем, я не буду сейчас, времени мало. Так что эти вопросы решены по самим правительству. Другое дело, что они не реализуются в деятельности ведомства. Извините, пожалуйста, мы забыли о зрителях. У нас такая внутренняя дискуссия. Есть реплика зрителя. Я знаю. Вы слышите меня? Да-да. Представьтесь.
Добрый вечер, меня зовут Владимир Молчанов, я ведущий программы «До и после полуночи». Я всегда очень внимательно смотрю вашу программу, и именно благодаря тому, что в ней присутствуют острые диалоги. Но сегодняшняя арена напоминает мне, простите, заседание исполкома, где распределяется жилплощадь. Люди, которые пришли просить жилплощадь, пришли со своими бедами и проблемами и комментариями. Те, кто должны им предоставить эту жилплощадь, не могут ответить ни на один их вопрос. Мне все-таки хочется надеяться, что до конца передачи мы услышим хотя бы один ответ от товарищей Грамова и Смирнова. Спасибо за реплику. Реплика жесткая, я бы сказал. Благодарю вас. Одну фразу. Да насчет уже рублей. Вы говорили, что мы говорим только о валюте. Дело в том, что и вопрос с советскими рублями тоже решен. Ведь те 20%, которые перечисляются в бюджет, они ведь возвращаются из бюджета в виде рублей советских. Эквивалент ведь выплачивается из бюджета в советских рублях. И этот эквивалент полностью присваивается госпроспортом. Вот на эти деньги вполне могут осуществляться все рублевые затраты на, так сказать, на ту или иную федерацию или на тот или иной вид спорта. Так что, в принципе, вопрос, многие вопросы, вот, касающиеся вот отношений вот, госкомспорта и клубов, они правительством решены, но, повторяю, не реализуются. А что касается хозрасчета, вот как вы говорите, вы знаете, я вообще, честно говоря, не уверен, что нужно госкомспорту быть на хозрасчете. Это вот тоже вопрос. Мы не будем сейчас его дискутировать, это отдельный вопрос. Это отдельный вопрос. Я касался валютных поступлений. Да и я валюте тоже. Вот вы знаете, мне хотелось бы еще услышать мнение Лены Владимировны. Речь шла о теннисистах, о футболистах, о баскетболистах. Это все виды спорта прибыльные, так сказать, доходные. И я прекрасно понимаю вашу позицию, во многом с вами согласен. Но как быть с хоккеем на траве, который нужно посылать за границу, обувать, одевать, так сказать, и на это тоже нужны деньги. Вот ваш вид вы спорта. Вы мне подыгрываете, потому что я как раз хотела сказать об этом, когда я слушаю все эти не доходов, простите, не так сказать, деньгах. Да, о деньгах, 31%, по-моему, для вашего вида спорта это все, что у нас, по-моему, сплошные расходы, вот а не именно, доходы. Хотел бы услышать ваше мнение. И вот я себе попыталась представить ситуацию, при которой конный спорт мог бы зарабатывать. И, наверное, такая ситуация могла бы быть, но только при одном единственном условии. Если бы мы своих лучших спортсменов и лучших лошадей продавали бы за границу. Но меня, честно говоря, сегодня покоробило само слово «продавать игрока». И об этом вы говорите так спокойно, что, не знаю, мне это неприятно слышать. Но хорошо, я даже сейчас не буду говорить о конном спорте. Я просто подумала о тех, о том большом количестве федераций по самым разным видам спорта, которые никогда не смогут стать коммерческими федерациями, не смогут зарабатывать. Ну и кроме того, здесь мы, по-моему, вот еще начинали смешивать сразу два вопроса. С одной стороны, деньги, которые идут на содержание сборной, и с другой стороны, деньги, которые идут на развитие данного вида как спорта вообще в нашей стране. Поэтому даже когда вы говорили о тех расходах, которые несет госкомспорт, и Марат Владимирович говорил, все-таки было непонятно, что вы-то имели в виду, что, что это должно идти на поддержку членов сборной второго и третьего состава, или вы имеете в виду на развитие спорта вообще? Разрешаете ответить на этот вопрос? Я, в принципе, достаточно четко, мне казалось, выразил свою позицию, могу еще раз вернуться к ней. Я повторяю, извините, может быть, мы просто деньги перестанем считать, потому что... Нет, в данном случае, извините, в данном случае экономические проблемы, наверное, являются основными проблемами не только для государства, но и для каждой отрасли. Я повторяю, что, в принципе, деньги, зарабатываемые видом спорта, каким-то конкретно, должны идти на развитие данного вида спорта. И то, что зарабатывают Чесноков, Зверева и так далее, и тому подобное, отчисления, которые будут определены государством, должны идти, на мой взгляд, в первую очередь, на развитие этого вида спорта. То есть, не только на первую команду страны, но и на построение теннисных кортов и так далее и тому подобное. Я согласен, что действительно очень трудно будет тем видам спорта, которые не зарабатывают денег. Я целиком полностью эту позицию понимаю и всегда отмечал, что в мире не так много профессиональных видов спорта. Их там около десятка, которые полностью себя обеспечивают и приносят прибыль. Вот именно поэтому я согласен с Георгием Ильичем в том, что госкомспорт не может говорить, что он перешел на хозрасчет. Ибо хозрасчет, когда все одновременно, как говорится, что-то зарабатывают. В данном случае несколько видов спорта тянут за собой весь спорткомитет. Поэтому в каких-то видах, если мы хотим блистать, ну, пожалуйста, пусть государство тратит. Если оно считает, что одна олимпийская медаль, завоеванная, скажем, в каком-то виде спорта, скажем, в стрельбе из лука, стоит там 10 построенных бассейнов, пусть государство тратит. Но я прошу не забирать эти деньги из тех видов спорта, которые их заработали. Ибо мне кажется, что некорректно было бы сравнивать человека, который пишет стихи, и который пишет детективы. На детективы больше интерес. Эти книги будут продаваться больше. И, естественно, никого не коробит, что хороший детективщик будет зарабатывать больше. Или хороший певец эстрады заработает, наверное, больше, чем хороший оперный певец.
Ну, вы знаете, когда вы сказали об олимпийской медали, то мне кажется, в конечном итоге олимпийская медаль – это награда не только одного спортсмена и не та награда, к которой стремится госкомспорт. Олимпийская медаль – это то, чем, в общем-то, гордится вся страна и весь народ. Может быть, это звучит чересчур сейчас как-то патетически, но я хотела бы вот вспомнить слова Джона Кеннеди, которые прозвучали много-много лет тому назад. Он сказал, что престиж нации – это золотые олимпийские медали и космические полеты. И вот в последнее время вот эти разговоры о том, кому нужны эти медали и о том, кому нужны космические полеты, наверное, мы просто немножечко обесцениваем наши собственные ценности, наши собственные достояния. Нет, я прошу не проводить. Извините, можно я вмешаюсь? Да. Я просто задам вопрос. У вас есть хозяйство? Вот я как рассуждаю. У вас есть хозяйство? Вы можете вот на ту сумму бюджета, какую вы имеете, либо купить блестящую кофеварку, либо обставить кастрюлями свою, чтобы можно было готовить обед. Это разные вещи, я понимаю. Но вот мы говорим о том, что олимпийские медали и массовый спорт. И многие упрекают, что в массовый спорт деньги, которые отводятся на массовый спорт, уходят на специальную подпитку большого спорта. Создаются специальные школы олимпийского резерва. К сожалению. Это совсем другой разговор. Нет, но это то самое. Да. И такая идет это то самое, но я то есть некоторая перетяжка, потому что слишком важна олимпийская медаль. Мы понимаем, но дело в том, не что поэтому. Сравнение с Америкой, я считаю, было абсолютно некорректным в том плане, что Кеннеди действительно имел в виду важность олимпийской золотой медали. Но попробуйте вложить в эту медаль деньги, которые идут в Америке на развитие студенческого спорта. И я посмотрю, как отреагирует американская общественность на это. Медаль в Америке, в принципе, добывалась в основном, особенно в то время, спортсменами-любителями. Либо деньги шли какие-то от частных поступлений, от спонсоров, как становится сейчас. Здесь же мы наблюдаем очень простую, как говорится, вещь. Для завоевания медалей в неприбыльных видах спорта изымаются деньги из массового вида спорта. И, скажем, содержание многочисленных команд, подпитывающих первую сборную страны, на это безбоязненно расходуются. Это другой вопрос. Они действительно неоправданно содержание такого большого количества команд. Но опять-таки я же хочу подчеркнуть, что на самом деле вот так же, как в экономике у нас было экстенсивное развитие, таким же было развитие в спорте. Никто не говорит сейчас, что это хорошо. И насколько я знаю, вопрос очень остро ставится о том, чтобы сузить масштабы вот занятия, скажем, спортом на профессиональном уровне. Почему я не говорю профессионал, не профессионал, мы сейчас не об этом говорим, но понятно, о чем идет речь. Уменьшить количество вот этих и школ спортивного резерва и так далее, и расширить базу для массового спорта. Я с вами согласен. Поэтому это я согласен. Речь идет об организации, более лучшей организации дела с тем, чтобы... Нет, подождите, думаю, что надо опять уточнить. Действительно, надо сужать, но не у всех, как говорится, понемножку, а сужать то, что неприбыльно. Если вид спорта не популярный, не имеет денег, то ну что делать? Мы не можем сейчас позволить себе вкладывать миллионы и миллионы, чтобы получить там несколько золотых олимпийских медалей. Есть виды спорта, которые содержат себя полностью, которые могут расширяться. И давайте расширять их все-таки на принципах хозрасчет. И последнее, что вы сказали, продавать спортсменов. Вот здесь как раз шла дискуссия напряженная. 40 там процентов. Да-да. Гиви Ираклич констатировал факт. Ведь здесь говорят 40% там туда, 20% туда. Но забыли спортсмена. Забыли человека, ради которого это и платится. Забыли, что Марчулионис, талант Марчулионис оценивается в Америке больше, чем в 1 миллион долларов с годовая зарплата. И как можно отбирать эти деньги у человека, если мы сейчас переходим снова на правовую основу, то я просто могу заявить ответственность телезрителям, что в принципе по советской, на нашей правовой основе, если мы будем еще продолжать уважать акты, которые подписывает наша страна, спортсмен не нуждается ни в Совинтерспорте, ни в Госкомспорте, ни в каком другом посреднике, а может подписывать контракт напрямую. И те передержки, которые руководство Госкомспорта представило на пресс-конференции, пытаясь, в принципе, дискредитировать Звереву и других спортсменов, подписавших договоры напрямую, я повторяю, с юридической точки зрения, никакой правовой основы не имеет. Я думаю, Гарким, что здесь все-таки нам надо иметь в виду и то обстоятельство, что мы сейчас говорим о спортсмене, который находится на том этапе, когда он начинает зарабатывать деньги. Но мы забываем о том, что все они, так сказать, изначально, понимаете, находятся на обеспечении, и о нем заботится государство, независимо от того, каким видом спорта он занимается. Я категорически не согласен с вашей точки зрения относительно того, что только вид спорта, который, так сказать, приносит доходы в валюте отдельным игрокам, спортсменам там и так далее, имеет приоритет в развитии. Тогда мы превратимся, понимаете, у нас какое-то будет однобокое развитие, так сказать, мы потеряем своих фехтовальщиков, стрелков там и так далее, и так далее. А люди хотят этим заниматься. Если люди хотят, люди то значит популярность достаточно высока, понимаете? И спорт будет прибыльным. Им надо помогать. Да, не обязательно. Им да, надо да, помогать государству. Понимаете, это несправедливо. Можно? Гарик Ильич, вот я хочу вам задать один вопрос. Да. У нас было управление по шахматам. Да. Мы ее ликвидировали. Да.
мы отдали вам власть. У вас есть федерация, у вас есть центральный шаг. Не имеющий ни своего счета, никаких личных прав. Пожалуйста, вот вы берите, открываете свой счет, вы зарабатываете свои деньги и распоряжаетесь как вам угодно. Секундочку. Платите 20% государству, не надо госкомспорту платить. Значит, и работайте так, как вы считаете. 11 мая при Моссовете был зарегистрирован независимый шахматный союз. Так, на всякий случай. Да. И, в принципе, если мы переходим к нашей шахматной федерации, то на сегодняшний день все эти слова остаются пустой декларацией, ибо, к сожалению, она ничего получить не может. И сделана она будет в таком виде, чтобы остаться при госкомспорте полностью, как говорится, связанной с ним. Ну, мы вам даем полную самостоятельность. Да. У вас федерация, у вас центральный шахматный клуб. Мне очень нравится, что именно так заканчивается. Будьте банкроты. У вас свои деньги. Всем остальным. Но я вам должен сказать, что кроме Арикимовича и Карпова, за рубеж никто ездить не будет. Ну, не, я, так, я давайте так. Хорошо. Вы знаете, мы это интереснейшее. Поставим многоточие. И вот что я хотел бы закончить. Поблагодарив вас всех за эту дискуссию, очень здорово, что вы пришли именно на телевидение. Очень здорово, что много миллионов людей стали свидетелями этой дискуссии. Но мне кажется, что есть смысл встретиться и вне стен телевидения. Я не знаю, в госкомспорте. И мне кажется, какой-то общественный независимый совет мог бы быть, наверное, полезным советчиком госкомспорта в его делах. Я благодарю вас всех за участие. Спасибо. Товарищи телезрители, до свидания, всего вам доброго.